Привольная жизнь рода Ашина не давала покоя соседнему князю. Выбрав подходящий момент, он послал в набег на них свое войско. Род Ашина был разбит. Вражеские воины истребили всех людей, угнали скот. Но во время побоища уцелел 10-летний мальчик. Воины не стали убивать малыша. В то же время, страшась гнева своего кровожадного хана, который приказал истребить род Ашина до единого, ратники отрубили мальчику руки и ноги,